Фирма Сидек представляет томат «Грушка консервная». Это раннеспелый сорт для открытого грунта и пленочных укрытий. Плодоносит начинает на 95-й сотый день. Дает плоды грушевидные, красные, плотной массой 50-70 грамм отличного вкуса. Урожайность сорта от 9 до 10 килограмм на квадратный метр. Его ценность товарности и транспортабельности. Идеально подходит для цельноплодного консервирования. Номер партии 9781, количество семян 0,1 грамма. Ноль 18 сотых грамма на весах.